По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в Одинцовском городском округе организована адресная помощь нуждающимся. Ежедневно волонтеры, в числе которых сотрудники Управления социальной защиты населения, активисты Молодой гвардии «Единой России» и местного отделения партии, а также представители общественных организаций обзванивают пенсионеров и многодетные семьи, чтобы затем доставить на дом необходимые лекарства, продукты и средства гигиены. С 19 по 27 марта волонтеры сделали более 45,5 тысяч звонков и вручили 162 продуктовые коробки нуждающимся.